улица Красноярская, пробки накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. На улицах Красноярская, пробки накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. Северный и Копылов, опять вечер и пробка. Кто-то кому-то сигналит в автобусе нотка. Не удовольствие, наступили на ногу, нарастает бомба замедленного действия. Мы идем пешком по центру, наблюдаем, как ловко заходящий луч открывает вид на крыше Красноярск. Тише мыши ползет на правом трамвае, похож на черепах, скоро инвадь. Прибежая Новый год, парень скользит по льду, поскользнулся, но удержался. Как тебе, да, вспомнил, что со вчера я с пробежкой на ты. Такой конец декабря, неделя прошла не зря. Новые мысли, новые идеи, новые друзья. Почему все любят этот праздник? Проснуться в теплой постели, разогретый чайник. Посмотреть, как чудесно за окном. Мороз раскрасил узор, всем наперекор. Бескрайний простор, снег кругом. Кажется, голос мне знаком, веду по телефону разговор. На улицах Красноярска пробки, накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. На улицах Красноярска пробки, накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. Выходные чувства легкости, оттолкнуться, полететь, мешает колкости из мелочей и неважностей, горячий кофе и глинтвейн. Как же не хватает чай и можжевельник. По телевизору снова понедельник. Весенние слова крутятся в голове. Два на термометре, минус 22. Давно хотел тебе сказать, как прекрасен субботний день. Словно Рождество в душе капель. На дороге я рождественский коллапс. Люди выходят из машины, идут по мостовой прямо на нас. В то время как разыграла симфония сигналов машин, промокших внутри гармония предновогоднего снега. Для кого-то победа или симфония, освещенная всеми цветами радуги, гирлянда, танец белых снежинок, подоконник, веранда, дождь. Посреди зимы, будто из далекого детства мы перенесены. Весь мир перед тобой мечты, обязательно сбудутся, как много приключений. Все получится, весь мир перед тобой мечты, обязательно сбудутся, Красноярский край. У вас все получится! На улицах Красноярска пробки, накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. На улицах Красноярска пробки, накануне выпал снег. За ночь в городе все замерзло, но резко потеплело внутри. Браво. Спасибо. Действительно, в нашем городе уже пробки, а вот в нашей студии уже предновогоднее настроение. И все это благодаря... И резко потеплело внутри. Благодаря дуэту «Два часа после полуночи» Михаил Крутских и Карина Губина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы так точно описали погоду в Красноярске и вообще всю обстановку на дорогах. Скажите, неужели эта песня и родилась в пробке? Не совсем пробки. Это было год назад. Я шел по центру города, было тепло, снег, на дорогах действительно были пробки. Было такое новогоднее настроение, было конец декабря, и родилась эта песня. Вы и стихи, и музыку сами пишете? Да, я написал эту песню, и мы с Кариной объединились и сделали эту песню. А как вот вы объединились? Вы до этого как-то уже выступали вместе или все? Или просто вот Карину тоже встретили на улице, пока сочиняли песню, и решили, что вот она будет хорошо с вами в дуэте смотреться? Да, мы на самом деле с Мишей очень-очень давно знакомы. Мы, наверное, в 2010 году еще занимались различными благотворительными акциями. На концертах мы были ведущими. И потом как-то вот в июле, наверное, вот, это, вот в это, этого года мы решили объединиться вот в такую группу под названием «Два часа после полуночи». А почему такое название? Вас вдохновение посещает в эти часы обычно? «Два часа после полуночи». Да, мы долго не могли придумать название песни, репетировали.
перебирали все названия, и тут, а уже 2 часа после полуночи. Ну так и оставили. Ну, это значит, знак какой-то был свыше, точно? Действительно, да, 2 часа было ночи, и мы просто не знали уже, что придумать, какое название, обыскали весь интернет и все. Но придумали самое точное. Да, придумали сами. Скажите, а вы уже успели погастролировать по краю? Да, у нас было несколько выступлений, мы играли в баре «Облака» на Бирюсе, у нас было несколько совместных выступлений сольных с различными акустическими группами, командами. Успели уже поиграть и будем еще играть. Вот сегодня у вас. Да, я думаю, что после нашего эфира предложения просто посыпятся, и все. И для вас начнется предновогодний так называемый чес у музыкантов. Спасибо вам большое, что пришли, что зарядили нас новогодним настроением. Еще раз представлю наших гостей. Михаил Крутских, Карина Губина. Дуэт «2 часа после полуночи». Спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо. С наступающим Новым годом. Вас тоже с наступающим. Спасибо. Спасибо.